Всем привет, друзья! Меня зовут Рекомпот, и вы на канале Новое Время Истеково. И сегодня мы находимся в закрытой деревне жителей номер 13. И там вон ходит мой друг, напарник. Так можно сказать, да, напарник. И мы находимся в закрытой деревне жителей номер 13, мы будем ее взрывать. У нас уже все для этого подготовлено. Мы это сделали за кадром, чтобы вам не мозолить глаза и не занимать ваше время. Кстати, передаю привет Андрею Макарову. Итак, здесь стоит грузовик. Вот. На нем мы будем вывозить ресурсы. Да, все. Вот. Давайте я покажу, что мы уже поставили в деревне. Итак, вот как все это выглядит. Мой напарник ходит, проверяет как все установлено. Вот так кузница компота заминирована, дом мэра и, короче, мой дом тоже заминирован. Про кота вы не волнуйтесь, я его уже вывел. Наконец-то вот этой долбанной колонки, которая орёт все утро и до вечера, не будет. Вот. Вы помните это видео, как я ее заминировал? Вот, короче. Ну, мой напарник куда-то исчез. Я его чуть не могу найти. А, вон он, в церкви. Так что сейчас мы будем взрывать деревню. Жителей номер 13. И да, про жителей можете не волноваться. Как вы помните, в прошлом видео, когда я закрывал деревню, мы всех жителей увезли, а мэра посадили в тюрьму. Он сейчас находится в тюрьме в Новом Москве. Вот. В самой главной тюрьме. Но она не самая главная, но там скоро будет самая главная тюрьма. Ну вот мой напарник уже поставил бронестекло. Это серая стеклянная панель и черная. Я точно не знаю, какая она. Но вроде серая. Ну что, у нас все готово? Да, все готово. Ну что ж, я переключаюсь в передний вид и будем наблюдать. Начинаем! Прощай, деревня жителей. Прячемся. Что-то как-то тухло пока что. О, пошло. Минус деревня жителей. Ну, вроде нормально. Ну что же, друзья, вы не волнуйтесь, у нас все санкционировано. Все обдумано, все договорено, с полицией мы договорились. Вот напарник тут. Вот мы вывезли почти все ресурсы. Ну, как бы уже все. Деревню разбирать мы не будем. Она и так опечатана была. Скоро начнется строительство уже новой и стандартной деревни жителей, которая будет разрешена правилами Майнкрафта. Потому что, как вы помните, эта деревня не соответствовала правилам Майнкрафта. Вот. Ну, вот такие дела. Ну что ж, всем спасибо за просмотр. Вы были на канале Новое Время Стекло. С вами был Рекомпот и напарник. До встречи в новом видео. Возможно, новое видео будет уже в привычной деревне жителей номер 13, или как ее будут строить. Всем пока. Ну и куда мы все это девать будем? В казну, блядь. А в казну это куда? Ладно, пустим это на благо города Новой Москвы.